Более 190 лауреатов смотр конкурсов сегодня торжественно закрыли Дни татарской культуры. С 9 февраля жюри побывало в 13 районах и городах, оценило свыше 4,5 номеров. Теперь лауреаты выступили на большой сцене Дворца национальных культур «Строитель». Возродились, и то, что было сохранено, начали развивать. И с тех пор вот то, что выступают вот маленькие дети уже, которые не говорили вообще на татарском языке, они сейчас и на татарском языке и поют, и пляшут. Нет ли радость? Много появилось и детских коллективов по районам, вот, тоже наблюдается. И что наблюдается в этом году, очень много хореографических коллективов стало. Значит, люди работают, руководители заинтересованы в том, чтобы появились вот такие коллективы, участвовать вот на таких мероприятиях.